Валер, с возвращением. Игрового тонуса у тебя стало побольше. Соответственно, видно по сегодняшней тренировке, что запала у тебя просто невероятное количество. Давай вот по твоим ощущениям, так ли это или мне показалось? Да, это действительно так. На прошлом сборе меня тут не было и очень хотел сюда вернуться. Классная атмосфера, хорошая тренировка, втягивающая сегодня была. Да, у меня энергии полно, запал, как вы правильно подметили, да, сумасшедший. Полянка сегодня как будто еще не совсем подходящая для хорошей тренировки. Расскажи, пожалуйста, чем сегодня занимались, потому что ну тут особо-то не наиграешься. Ну да, поле, честно, очень удивило. Очень плохое. Ну прям очень. Никто не ожидал такого. Ну, тренировка втягивающая была. Передачки поделали, квадрат поиграли, контроль мяча. Немножко завершения, и на этом все. Вот, и с завтрашнего дня уже, наверное, более, так сказать, конкретно будем подходить уже к сопернику, будем разбирать с завтрашнего дня, начинать. По поводу разбора соперников, ты уже, быть может, смотрел за предыдущими играми сентябрьскими сборной, может, что-то для себя подметил, может быть, как-то можешь охарактеризовать предстоящих соперников? Ну, Северную Ирландию я так не знаю, я только знаю их футболистов, так смотрел, кто где играет, вот, у них хорошие футболисты в сильных чемпионатах, там в Англии, знаю, есть в Бельгии играют, то есть команда будет достаточно серьезная. С Люксембургом, к сожалению, не получилось посмотреть игру. Вот, по-моему, тренировка была у нас или что-то того, вроде того. Вот. Ну, я уже говорил это не раз, то, что у нас группа по силам примерно равна. Явного фаворита нету, и нам все по зубам. Будем играть на победу в этих двух матчах.